Республиканский референдум по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Бюллетени должны быть заполнены в кабинете для тайного голосования. Каждый заполняет его лично. При заполнении запрещается присутствие кого бы то ни было, кроме голосующего. Гражданин может поставить любую отметку в пустом квадрате справа от варианта ответа, за который он голосует. Надо выбрать и поставить одну отметку. Можно галочку, можно плюс, можно крестик, можно обвести. Волеизъявление должно быть понятно. Не допускается проставление отметок карандашом, а также внесение в них каких бы то ни было исправлений. 5 июня 2022 года состоится республиканский референдум по поправкам в Конституцию Республики Казахстан. Важен голос каждого.